золотая, красная оранда. То есть оранда — это более вытянутое тело. И вот такая. Но это не только шапка. Тут она еще и на жабрах. То есть, в отличие от красной шапки, шапка не очерчена в контурах головы. То есть, а как бы по всему лицу оранды. Просто эти молодые, тут не так еще заметно. А когда оранда в возрасте, так у нее щеки зарастают так же обильно. Ну вот, такие формы мы в данный момент можем получать только с Китая. То есть, селекционных разводин с Китая, с Таиланда. Значит, кормление, то есть по теории 75% растительного корма, 25% мясного корма. То есть вот очень хорошо едят ошпаренные хлопья геркулеса, значит, кубики из ошпаренной манки замечательно едят. Единственное, что лопатами сразу не грузить, чтобы вода не протухла. То есть небольшими порциями давать, чтобы на дно желательно ничего не падало. Вот. Грунт в аквариуме с такими рыбами должен быть размером фракция 3-5 мм, потому что более крупные, ну или булыжники уже совсем, то есть фракция там 15-30, вот. А среднюю фракцию между 5 мм и 15, то есть в зависимости от размера рыбы, вот, могут подавиться. То есть очень частая проблема. Вот у нас, кто держит в общих аквариумах золотых, то есть знают эту проблему, частенько вылавливают с очком и вытаскивают камень изо рта. Вот. Из живых кормов, ну вот в таком возрасте уже, конечно, можно побаловать крупным мотылем. Вот. Ну хотя они уже довольно-таки крупные. Вот, мы своим рыбам делаем мешанные корма, состоящие там из говяжьего сердца, вот, и различных растительных добавок, витаминов, вот, то есть это натуральные, свежеприготовленные корма.